провел две важные встречи с Джаредом Кушнером и Джейсоном Гринблаттом. Мы обсудили региональные вопросы, мирный процесс, особое внимание уделили ситуации в Газе. Должен сказать, что была оказана полная поддержка нашей позиции по обеспечению безопасности Израиля. В своем интервью господин Кушнер пояснил, что администрация президента США фактически перешла от переговоров к диктату. Они полны решимости диктовать свои предложения. А это значит, что они вышли из-за переговорного стола.